Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд по решению проблемы запуска The Isle of Rima с проблемой античита. Проблема решается очень легко и просто. Многие даже не знают, как ее решить, но оно мне помогло и помогло многим игрокам. Собственно, вам нужно пройти по пути, где у вас установлен ваш The Isle of Rima. Смотрите, путь Steam. Далее идем Steam Apps. Папка Common. Папка The Isle. Как мы видим, вот здесь есть такой вот пакетный файл Install Anti-Cheat. Просто нажатием два раза кнопкой левой мыши мы нажимаем, у вас произойдет установка античита. Далее мы проходим по папке Easy Anti-Cheat. И вот здесь мы видим еще такое приложение, да, запускной файл Easy Anti-Cheat Setup. То есть тоже так же нажимаем на него, у вас происходит небольшое такое обновление, и все, в принципе. Далее вы все это закрываете, перезайдите в Steam и запускайте спокойно игру. Проблемы с античитом у вас больше не должно возникнуть. Если помогло, пальчик вверх, подписка на канал.